Всем доброе утро. Мы тут колдуем над завтраком, как обычно, все вместе. У нас салатик вот такой. Так, встала против света. Встану, вам на свет покажу. Вот такая вот здесь красота. Свекла, руккола, листья салата, брынза и клубника. Сейчас это все полью тыквенным маслом, бальзамиком. И чуть-чуть меда добавлю. Либо сироп агавы, не знаю. Ну, наверное, мед. Макар тут у меня маленький поваренок голый. Что-то такое, Макар раздетый. Он тут режет с утра ягоду, будет делать себе йогурт с семенами чиа. Видите, у него тут производство. Руки, покажи свои руки. Вот. Это знаете, почему у него такие руки? Потому что он ежевику резал и это, чистил вишню от косточек себе на йогурт. Вот это чья кучка? Евина? Да, это Евина. Это мамина, а вот это его. Да, я тебе еще сколько-то положу. Спасибо, моя радость. Спасибо. Ты вот. Так, на завтрак у нас гречка с луком жареным. В сливочном масле томится здесь уже часик. Такая вкуснятина. Просто передать вам не могу. Обожаю. Вот, ну и салатик. На мясо никакого у нас сегодня не будет. За место белка будет брынза. Этот йогурт. Сейчас Макарушка сделает себе ягоду, порежет. Вот я уже замочила с утра, как встаю, сразу замачиваю семена чиа. Ева, ты же тоже будешь, да, чиа? Вот, и мы берем три таких стаканчика одинаковых. Вот, в одном замачиваю, потом с другого перекладываю просто эти чиа. Делю. Что я сегодня их мало замочила. Вчера осталось, Ева, остались эти семена замоченные. Я решила сегодня поменьше замочить. Сегодня не хватило. Совсем мало. Ай, капнула. Вот так вот делим. И потом йогурт. Вот этот йогурт, он довольно-таки жирный. И очень-очень густой. Но, наверное, я его больше брать не буду. Мне кажется, нам стоит поискать что-то понатуральнее. Потому что от этого йогурта у всех, как бы это вам сказать, высыпания начались, короче. Мне кажется, это от йогурта, потому что мы никакой новый продукт не вводили. Йогурт ввели вот дней 10 назад, вот этот. У нас перерыв был. И у всех одновременно высыпания появились. На лице, на шее. Вот. И поэтому я думаю, что мы сейчас вот его доедим. Сделаем перерыв и посмотрим, от него это либо нет. Ну, я почему-то уверена, что это от него. Сына, хочешь ложи, хочешь не ложи. Почему так шашлыком запахло резко? Что такое? Его свечку зажгла. Ты что, обожглась, что ли? Мясом прям жареным. Печка так вкусно пахнет, как дрова, короче. Поэтому мне показалось шашлык. Так, вот он густой, поэтому так красиво не накладывается. А вот такими, блин, горами. Так, все. Сейчас Макар дополнит свою эту картину ягодами. И сверху будет сиропчик. Все. Сегодня много делать не буду, потому что у нас сегодня что-то столько всего. И салат, и гречка, и десерт. Так, это что у меня бумажка? Вот, поэтому сегодня будет немного. О, партизан приполз в камеру. Ничего себе. Мы сегодня, кстати, встали, и у нас на кухне мураши. На, сынок, раскладывай. Сейчас тебе принесу. Вот такой вот сироп. В каждом влоге, кажется, я его в каждом завтраке показываю. У нас он быстро уходит. Сейчас он насыпет ягодки и зальет сиропом. Гранолу обычно еще сыпем, но сегодня не буду. Что-то у него вчера после гранолы сахар скаканул. Не пойму, то ли после гранолы, то ли после винограда. Хотя там было винограда, то ему три ягодки положили на весь стакан. Сына, ты так его больше давишь, чем ломаешь. Давай лучше так вишенку поешь просто, не в йогурте. Все, это последнее, ладно? Иди ручки мой. А, не тряси, просто иди помой. Кровь. Кровь, ага, это не кровь, давай.
Ну вот, наш завтрак готов. Мой, Евин. О, кстати, я себя салфеткой обделила. У нас сегодня неполный состав. Мы обычно все вместе друг без дружки не садимся, когда все дома. Но сегодня не Куси DBA. Мишель с подружкой разговаривает, поэтому мы садимся завтракать втроем. Я, Макар и Ева. Вот. Такой вот десертик у нас. У каждого десерт. За десерт у нас отвечал Макар. Вот. Я уже вам показывала. А это свечка Евиной произведения. Но она уже такая. Каждый день горит. Уже тут мало что осталось. Ева скоро будет делать новую, я так думаю. Вот. Так что садимся. Приятного нам аппетита. И всем, кто завтракает, обедает или ужинает. Да, Макар? Ты что, чихал? Скажи приятного аппетита всем. Да не привет, помаши, а приятного аппетита скажи. Ты что, еще не проснулся? Аппетита. Приятного аппетита. Садись. Мы сегодня в Хобби-Лобби. Я не думала, что я буду снимать, потому что мы опаздываем на тренировку. Но когда я увидела ассортимент эвкалипта, я просто была поражена. Я же вам пожаловалась вчера, что мне не достался в Пабликс эвкалипт. И я всю ночь думала, где его купить. Утром залезла в интернет и стала искать, в общем, ближайший. Представляете, смотрите, в Хобби-Лобби какой выбор. Вот это три цвета здесь. Вот такие вот роскошные букеты здесь, я не знаю, пять цветов. Наверное, запах просто потрясающий. Вот такой вот, вот такой настоящий. У нас всегда вот такой сорт висел. Я почему-то думала, что эти не пахнут. Я ошибалась. Они очень сильно пахнут. Вот этот вообще потрясающий просто. Смотрите, какой он невероятной красоты. Я вообще в шоке. Увидела черные, представляете, ветки у него. Он очень красивый. Вот. И он очень сильно пахнет. Никусь, ну что, какой сильно будем брать? Какой красивый. Вот этот запах обалденный. Вот этот синий, наверное. Вот этот? Фиолетовый. Синий-фиолетовый. Вот это, да? Да. Мне тоже вот он, кажется, больше подойдет. Ну, это мне в душ, ты поняла, да, куда? Да, я говорю с черным контрастом. Угу. Вот этот тоже будет должен красиво. Да, только... Но его, мне кажется, как-то маловато, нет? Его еще такие, знаешь... Так, нам же его переворачивать, вешать. Листья у него как-то разбросаны, а тут много листьев. Да, вот это прям вообще обалденные букеты. Мне кажется, да. Так, а вот эти, наверное, самый дорогой, как всегда, да? Тут сколько? Я не знаю. Ну-ка, вот этот букет подержи, дочь. И вот этот следующий тоже. Давай выберем. А этот 15. А этот 9, наверное, да? Я готова пожертвовать своим букетом цветов очередным ради вот этого эвкалипта. У него сейчас 40 off. А я надеюсь, на него он тоже распространяется. Что ты думаешь, какой? Давай его в перевернутом виде рассматривать. Вот этот... Вот эта штучка на конце какая-то не очень, да? Листья, смотри. А, тут уже подпорченные слегка, да? Тут листики хорошие. Но вот это вот мелкое что-то меня смущает. Такая хвостик внизу. Вот это. А этого вроде как мало, нет? Да нет. Мне кажется, меньше, чем... Смотри, насколько. Вот это вообще идеально. Этот хвостик, в принципе, если что, можно, наверное, подстричь. Слушай, он побеленный или он такой есть? Я не пойму, как они его сделали таким красивым. А можешь вот этот вытащить еще, дочь? Эти поставь на место. Какой, вот а, не, рядом, да. Хотя тот тоже красивый. Слушай, о, вот этот прям красивее, наверное. Просто он будет наряднее, да? Так, сейчас мы... Наверное, мы его возьмем, как думаешь? Смотрите, какая тут многообразие цветов просто поражает. Да, да, пахнет прям банькой. Очень вот классно. Есть еще такое с оранжевым. Это с красным, бордовым. Это с красным. Вот с желтым есть. Но прям. А но он маленький, да. Так, если выбирать, то вот среди вот этих двух. Но опять-таки, вот этот полный, как будто, а этот нет, да? Вот этот мне нравится. Да. Сколько он стоит? 15,99. Ну, окей. На полгодика нам его должно хватить. Держи. Слушай, Никусь, мне вот эти красные тоже нравятся, эти ветки. Блин, они как монетки, знаешь, такие. Этот стоит тоже 15.
Ну, тут тоже довольно много их. Какой тебе нравится? Я теперь вот этот увидела, тоже такой красивый вообще. Даже не знаю. Блин. Вот этого больше. Ну да, и они такие миленькие. Ну да, такого не было. Такой уже был у нас. А, они их красят. Получается, как розы красят, в цветную воду ставят. Я и думаю, почему они разноцветные все. Да, а вот это что такое, доча? Пахнет. Тоже эвкалипт, представляешь? Но это они сильно перекрасили, too much. Эти более натурально смотрятся. Ну все, пойдемте. Ой, а то мы с Никусей опаздываем. Там курицу уже надо жарить срочно, Макар. Здесь столько цветов искусственных, это просто обалдеть. Но таких пионов, как мы с Евой купили в Home Goods, здесь нет. То, что я нашла, они все равно не такие натуральные. Вот, они наподобие вот такого, вот видите. А наши намного натуральнее смотрятся. И форзиция тоже не очень. Наши тоже красивее. Хотя и тут $9 за ветку они тоже. Вот. Ну, ага, хлопок тоже очень красивый. Я еще вербу красивую взяла. Да, вот эти тоже очень натуральные, смотри. Вот это магнолия. Это в бутонах, да, у Никуськи под окном. Прям точно такая же. А там есть еще с цветами она. Папоротник, ага, тоже натуральный. Давай. Вот этот вот нет, да, не так похож. А вот это вообще прям натуральный, как будто бы. Вот это тоже что-то такое, мох какой-то. Вот тоже этот эвкалипт, только искусственный. Вот это тоже эвкалипт. Большой, огромный выбор цветов. Ирисы, гляньте, какие яркие. Прям супер. Супер. Но все-таки я предпочитаю натуральный. Он с таким запахом. Пусть он постоит, конечно, не больше, чем полгода, но... А вот верба, да? Да. Обалдеть. Но красиво. Мне кажется, слишком рыжие, да? Да это не, что-то... ну красиво. Ну да, они рыжеватые, согласна. Лучше бы, надо было бы, конечно, затемнить. Но все равно красивые. Пойдем, пожалуйста, зайдем к Деландре. Верное воскресенье перед Пасхой. А к Деландре зайдем, посмотрим что-нибудь интересненькое. Так, Ландре, тут... Ты помнишь, мы на воскресенье, в эту, как мы себе, помнишь, говорила? Яму или как? В яму? А, да, в лог ездили на природу. А здесь так сразу не поймешь, где Ландри, где не Ландри. Здесь все подряд по тематикам. Где? Туда. Я мне тоже так по памяти туда. А я хочу всякие сушилочки посмотреть, полочки. Смотри, сколько. Здесь всякие полки. Это больше фармхаус. Ника увидела там Мишельки. Мишелькину тематику. Мишель хочет такое, что-то вот такое вот, комнату. Да? Вот это вот тоже все ей подойдет. Прям надо и приехать будет с ней. Скоро будем делать ей комнату. И не очень дорого, смотри, 27. Хотя вот такое я запросто сама сплету. Оно вообще не сложное. Вообще не сложное вот это вот плетение. Здесь, господи, раз, два, три, четыре вида узлов. Очень красиво. Слушай, вот такую вот можно, правда, сплести. Надо это сфотографировать. Да, только даже, наверное, очень красивая. Нитку, чтобы она по объему не была, да? Ну, очень красиво. Ну, вот это тоже нежно смотрится, дочь. Очень красиво. Вот такую я, конечно, не знаю. Тут узлы тоже несложные. Но, в принципе, тут два обруча между собой. Тоже ничего сложного. Тоже красиво. $19. Оно, конечно, по времени не оправдает себя сидеть плести, но детям интересно, и ну, очень сильно врезаются в память такие моменты. Я с ней макраме пару раз сделала, так она до сих пор это помнит. Вот такое сердечко она тоже спокойно может сделать. Вот, где это время взять еще, елки-палки? Че, пойдем дальше? Ну ага, тут для Макаревича, да, можно что-то подобрать. Мы ему вчера собрали комод. Такой классный комод получился. Очень. Я прям уберу все вешалки
и сложу ему все вещи в комод. Все влезет, и такой объемный, он классный. Он сам говорит, давай тогда мам вешать ничего не будем, все положим. Вот это тоже, да, Мишельки? Много можно выбрать здесь. Так, ну пойдем, ладно, искать Ландри. Я посмотрю, что там есть, и поедем. Господи, в этом магазине просто можно часами гулять. Да был, дочь. Нет, чтобы прям. Ну, ассортимент другой, да, я согласна. Немножко. Ничего. После микроволновки в лоб. Это уже цветочки, доча. Прячется, прячется за букет. Сегодня мне, представляете, я с мамой разговариваю. И Ника тут открывает микроволновку, и мне прям в лоб. К этой углом. Так было больно. Ну, что сделаешь? Бывает. Никуся мне сразу говорит, давай холод, я говорю, ладно. Заживет. И так. Так, это что у нас? Ты уже китчен увидела? О, да, точно, все для кухни. Ой, блин, хочется детально рассмотреть, но нет времени. Ой, система органайзинга для деток, тоже по цветам все выбрать можно. Можно и не для деток, просто для рукоделия по цветам разделить все. Что ты нашла что-нибудь для меня? Ты видела вчера, как Ася над своей корзиной поиздевалась? Вообще она ее раз этого. О, вот ты нашла для Ландри. Будем стираться в таком корыте, да, дочь? Ну, Ася. Пойдем в конец, вон там подставки какие-то. Мне главное в пряжу не заходить. А то я, ух... Могу там остаться надолго. Много всего. Красивого. Подставочки всякие. О, но мне надо сначала все поставить, чтобы понять, чего мне не хватает. А только Асе ее нельзя брать. Да-да. У нас такой же оранжевый, но только он немножечко потоньше, голосок у него. Смотри, тут прям бульдожка это или... Это свинья. Какая-то смесь. Какая-то смесь. На этикетке, да, это что-то... Какой-то смешанный собак. Смотри, мороженое, дочь. Я ее уже поэтому, она слишком жесткая. А это что такое, летающая тарелка или это... Ага. Что-то сюда ложить, вкусняшки? Да нет, тарелка. Тарелка. Я не поняла, как мы вообще для собак в отделе оказались, Никуся. Мы же вроде Ландри искали. Ну все, пойдем на выход, дочь. Надо мне сначала все сделать, то, что я задумала. А потом уже докупать всякие мелочи, чего не хватает. А то так можно и захламиться нечаянно. Столько картин для детских комнат. О, для Ландри, смотри, какая черно-белая прям этикеточка. Ух. Ну что, это too much, да? Я себе лучше телевизор на стенку повешу. Глазить буду с телевизора, чем картинку. Ох. Ой, сколько тут бус деревянных. Всего $4, представляете, такие бусики. Обалдеть, это же... Надо сделать, покрасить, нанизать все. $4 одни. Красота. Красота. Ой, какой рустер красивый. Петух, гляньте. Вот маме бы такой. Мама, смотри тебе в твою эту деревеньку. Такого красавца бы. Супер, скидка 40% на все сейчас. Сегодня, кстати, еще в Россе скидки начинаются. Так, куда мой ребенок дел? Мне Кость, ты что там нашла что-нибудь? Бабулька такая, what? Не поняла, на каком я языке и вообще к кому я обращаюсь. Такая, what? Мне Кость, смотри, какие тут милые зверята. Ты что там, горшки? Это керамика, да? Да, это керамика. Здесь прям настоящая. Все, выходим? Ника со мной сегодня что-то не разговаривает. Молча все. В смысле такая?
Доча, нам тоже надо крючок. Крючок надо будет такой купить. Не сейчас, а потом, когда цветы будем садить дома. Ой, какой прикольный. Горшок туда ставишь посередине, и он вьется по этой штуке. Никусь, смотри, как классно для вьющихся растений. Посередине горшок ставишь, и он как лиана тебе сползает. Даже дома можно с плющом такую поставить. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, ну все, здесь что, непонятно. Для кухни. Светильник, как у нас, да, дочь? Был. У нас два таких было. Уже нету ни одного. Нет, мы его в Таргете, дочь, брали. Ага, он немножечко другого качества у нас. Попроще. О, красивый пластик. Ага, пластик, пластик. Это для аутдор, наверное. О, диван для Аси. Глянь, какой розовый, гламурный. Представляешь свою девочку на этом диване? Я вот, да. С легкостью. Качалки такие прикольные. $149. А мне вот это нравится. Кресло? Да, кресло классное. Сколько оно стоит? 279. Прям очень удобное, мне кажется. А лестница, смотри, наша красивее, да? Выше, красивее, выше, больше, да, реально. Это стоит $50. Наша, блин, дороже в 3 раза. Вот эти вот нравятся мне штуки такие. Красивые прям. Они просто же, наверное, для красоты. Она была 99, сейчас 69. Прям очень красиво. Ну все, выходим, выходим. Эвкалиптус нашли свой. Можно ехать домой. Да, за все на Пасху. Бедра, яйца. Вот эти вот американцы покупают вот эти пустые яйца и начиняют их для своих деток конфетами, призами. Они разных размеров. Вот начиная вот от Giant Eggs. Мы раньше с ними снимали видео с детьми. Господи, как вспомню, так вздрогну. Вот такие, в общем, любого размера. И не начиняет, кто на что горазд. Кто такие конфеты, кто просто игрушки вкладывает, кто что, в общем. Есть такие вот здесь наборы. Вот такие они дают деткам. На всех этих... Потом будет на всех пати, короче, дети раскрашивают и делают всякие поделки. Вот такие вот тематические. Скоро их начнут закупать уже опытом, все эти наборы. Ну, и посмотрите, какие пушистики. Ой, какая прелесть. Да, боже мой, не могу его поймать. Очень такие классные на ощупь. Прикольные. В общем, вот такая вот обстановочка пасхальная. Уже тут коробочки красивые тоже для подарочков. Все 40% офф. А здесь День Святого Валентина. Он еще не настал, но уже все на скидке. Смотри, уже этот Святого Патрика все выложили даже. Обалдеть. Это уже после будет Дня Валентина. А? До Пасхи, но после Дня Валентина. Обалдеть. На Пасху уже все готово. Просто чего только нет. Красотища. О, какие красивые гирлянды. Очень приятные яйца. Такие гладкие, гладкие. Прелесть просто. Такие вот гирлянды. По $8. Это ушки. В горшки цветочные втыкать можно. В землю возле дома. Украшать. Очень красиво все. День Святого Валентина. Так, где мой ребенка? Ребенка, что, пойдем? О, тоже яичек. Смотри, сколько. Господи, я уже какой раз пытаюсь выйти отсюда. И зайцы такие же мохнатые к этим яйцам. Мохнатые? Да, они мохнатые. И зайцы такие же. Ой, ну что за прелесть, Ника, смотри. Как думаешь, в этом году будет вообще делать? Конечно, будет. Каждый год же делают. Обязательно. Ну, я бы вот таких двоих купила. Вот потом не будет.
Ну, я еще даже не знаю, куда их поставить, честно сказать, и какого размера мне они нужны будут, поэтому брать пока не буду. Хотя вы мне сейчас опять напишите, бери, пока есть. Но... Ой, просто не могу, какая милота. Так, сейчас мы посмотрим с вами. 9,99 они стоят. А вот эти 4,49. Даже не знаю, вот таких вот двух бы я бы взяла. Ника, давай таких двух возьмем. Давай таких двух возьмем. А чё? Ну, ещё до Пасхи. Вот, видите, никто со мной не соглашается. Ну, правда, ещё даже неизвестно, какой декор будет, что, как. Да. Ладно, с тобой согласна. Всё, мы идём на кассу. Давай, давай. Шуруй. Надо открыть, наверное, Ева. Ев, ему откройте. Открыть ему надо. Он в крагах не откроется. Иди, Мишель, открой тебе. Постоянно у меня убегает из кадра.